Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Death Trap Dungeon проходить. Эту сложную хардкорную игру я что-то нажал. Ага, это открылось вот тут. Подожди, а что, это опять назад, что ли? У меня золотого ключа нету. Ча? Подожди, не понял. Мне же надо как-то туда попасть, правильно? Подожди, а зачем это так? Вот это открывается? Открывается. Ага. Вон оно как. Смотри, 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 блюмбершот. Оп, тихо, спокойно, там же может быть кто-то, сука, с этих падл. Потому что сложная игруха, реально сложная. Че у меня там 85 хп? Опа. Че за рычаг? Что делает? Ага. На ту сторону, да? Кто? Кто появился? Сука, где-то кто-то появился. Отвечаю просто. Падла. Ладно, давай сразу. Блять! Сука ебаная. Че ты там дрочишь? Давай биться. Давай биться, сучка. Давай, я уже умею, блядь, с вами драться, суки. Стань, блядь. Я буду ждать, пока она будет ногти чистить. Че ты делаешь? Че ты делаешь? Что ты делаешь? Ты не попадаешь. Ага. Тихо. Спокойно, блядь. Спокойно. Бля. Ага. Есть, завалил, прикинь, без потерь. Охереть, да? И ничего не выпало. Блин, плохо, что с них ничего не падает. Фух, так, буду сохраняться, подожди, так, как бы мне вот прицелиться, вот видишь, он неровно стоит, сука, где-то вот так, да? Блять, он прям с текстур, ты видал, как прыгнул? Не понял, так, тихо. Блять, тут ловушка, и там ловушка. Сука, сейчас огонь будет, как на него не попасться? Ой, он умеет задом бегать. Ой, он умеет ходить. А, смотри, тык. И боком умеет ходить. А зачем это? И медленно, смотри, может ходить. О, это красться, блядь. Это можно подкрасться сзади. Может, какой-то хедшот можно сделать. Давай сюда стану. Ай, блядь. Ага, вот оно, видишь? Ой, тихо, спокойно, не трогаем меня. Так, это... Блять, пробегать что ли надо? Подожди, а как? Сука, мне надо как-то туда пробраться, что ли? Быстро. Валим. И чё? Тихо. Открой вот это. Ага, спасибо. Ой, а ловушки уже не работают, отлично. Что здесь? Fireball, Razor Spell, ничего интересного. Ключ. Gold Key. Так, это нам теперь назад. Только подожди, я назад, наверное, пойду тем же путем, которым и пришел. Вот так. Ёпа. Красавчик. Вот сегодня он меня прям радует. Меня прям радует этот меня чувак, мужик, блядь. Ба! Смотри, как прыгает. А у меня есть хилки. Ой, у меня есть хилки, две штучки. Хорошо, давай сюда. Поехали. О, это все? Конец этапа? Блин, там было, надо было в той серии еще закончить. Хотя 4 минуты, там, блин, уже было 41-43 пикапов. Все нормально, 3 секрета нашел. Отлично, зачистил данжон полностью. Ага. Чтобы убежать из замка. Как этот темпл, как это, храм, да? Короче, какой-то спрятанные места, найти секретные пути, дефит, победить замок, этих защитников, которые патрулируют нижние уровни, и сталкировать тени вверху галереи, блядь! Тихо ты, ядрить твою мать! Что-то, он else will use, что-то там такое, блядь!
Ладно. Сейчас быстренько посмотрим, что тут за уровень. Так, сохраниться надо. Первым делом сохраниться. Ну, а трупики потом. Что-то никого нет, да? Ну, я так понял, будут новые эти. Сила. Новые противники. Тут есть что? Нет, ничего. Новые противники будут. Ой, нас готовят к чему-то конкретному, да? Ой, блядь, ту, сука. Ненавижу тебя. Сучка, ненавижу тебя, падла. Ага. Ага. Отлично, башку отрубил. Блин, она мне немножко коцнула. Дай мне что-нибудь. Блять, сохранялку мне дала. Нахер она мне надо, дай мне лучше жизни, блять. Мне все равно сохранялка не работает. Ладно, давай я хильну разочек. Вот так хильну и сохранюсь. Что у нас тут за противники? У нас тут будут эти отравляшки, что? Сука, смотри, какая подстава. Прям посередине, да? Беги. Ой, тихо, спокойно. Блять, не та кнопка. Так, эту можно просто так бить. Меч пока не буду тратить. Ага. Ага. Женщина, давай. Работай, сука. Еще кто-то. Ты будешь меня бить, нет? Так, хорошо, тихо, спокойно, сзади еще одна. Сучка, они какие-то неадекватные. Блин, эту сзади. Да. Вот почему он не... Ну да, блядь, достань ты, сука, до этой грёбаной курвыни, блядь. Ёбаный ты пидорас. Ой, еще одна летит. Нихера ты по яйцам даешь только так. А вы будете бесконечны опять, да? Я так понял. Ну бей. Ну ногти лу... Блядь, смотри, я сквозь нее бью. Я-то понимаю, что, блядь, игра хардкорная, там все дела. Но, блядь, ну почему я бью мечом сквозь нее? Что это за дела такие? Куда? Кто-то где-то еще появился. Что это? Блядь, я не заметил. Антидот. Антидот мне пригодится, потому что... А этот не открывается? Не открывается. А кто помнит, там в предыдущих данжионах были двери, которые открывались чуть позже, и я их не открыл. То есть там было написано «откроется чуть позже». И я что, все равно их не открыл, я побежал дальше. Что-то нажал. Дверь заблокирована. Ой, а я туда запрыгнул? А ну-ка, чувак, покажи. Что ты как... Покажи класс. Подожди, а как туда запрыгнуть-то? Он так не запрыгнет, наверное. Или запрыгнешь? Ну-ка, удиви, блядь, меня. Да, сука, ты заебе. Ну, залезь. Тут как-то, подожди, L2. Вот, потихоньку подходить можно. Опа. Да ты дурак, что ли? Вперед прыгает. Вот ты, короче, неадекватный. Перец. Так, Блюмбершот взял. А вот то, как мне достать, что-то непонятненько. Совсем непонятненько, так не работает. Тут, я так понял, лифт вниз. Тут можно сюда пойти. Так, сохраняшка. Так, труп. А. Это что такое? Это ловушка, что ли? Блять, сейчас что-то меня убьет, да? Вот смотри, там три штучки такие, это стопудово стрелы полетят. А там рычаг. Беги, блядь. Я нажал или нет? Подожди, я рычаг-то нажал? Да, нажал. Хорошо, а что за рычаг? Куда рычаг? Зачем рычаг? Да, блядь. Еще рычаг. Что-то нажал и тут нажал. Хорошо, надо хильнуться. На всякий случай. Фуф.
Сложная, сложная игруха, реально сложная. Реально сложнющая, просто сложнищущая. Вот ты открываешься по-любому. Нет, не открывается оно по-любому. Там рычаг, как туда попасть? Золотой ключ надо. Окей, пошли сюда. Так, небольшая задержечка, меня тут чуть-чуть, как бы скажем, отвлекли. Ага, опять ловушка, сука. Да? Или нет? Подожди. Сука, ловушка по-любому должна быть. Ладно, я. Ух ты, блядь! Чё там, чё там, чё там, чё там? А, вон она, сука, сверху, ты понял, да? Чуть топором не пришибло. Меч. Так, вот этот меч оставим на каких-то более мощных противников. А то я все подряд начинаю, наверное, вот утратить эти мечи на обычных чуваков. И все, я уже, в принципе, понял, хоть немножко, как их бить надо. Ага, еще что-то крутанул. Хорошо. Здесь везде ловушки. Так. Это у нас не нажимается, нужен золотой ключ. Ты открываешься? Так, нет, не открывается. Сука. Значит, тогда это открывается. Вот это, правильно? Ага. Сука, блядь. Только этих ублюдков не хватало. Вот это вот реально. Я отвечаю просто. Так, он бежит или нет? Он хоть блок ставит уже. Хорош. Еще? Че это? Опа, монетка выпала, серьезно? Блять! Сука! Ты откуда ты, блядь? Пидорас ты ебаный. А ты откуда вообще? Блять, а подожди, на него этот меч будет плохо действовать. Давай. А ты заебал? Ты заебешь! Ты слышь, ебаный скелет, блядь, успокойся, тварь! Смотри, он неадекватный. Да как тебе. Он реально заебал. Он бьет с такой скоростью, что. Нихуя себе! Блять, нежить, что против нежити-то, сука? Где это вы? Сука, уже бежит. Сука, он пидор. Ха-ха! Да хорош! Блять, двое, прикинь. Да куда ты? Героинь, блядь. Сука, твари, какие сложные паскуды. Тут у нас... Да! А может, хорош? Чё ты делаешь? Пиздец какой-то. Да ну! Да ёб твою! Я меч тупо трачу. Да попади ты, грёбаный, с таким мечом. Еще? Да, блядь. Ну все, пиздарики, мечу сейчас. Вот и потратил тупо меч. Тупо нахер. Тупо, скажем так, выкинул. В пиздец. В пиздец я его выкинул, этот меч. Просто нахер. Но все равно, смотри, тут же лимитированные чуваки, правильно? Их ли... Ну, я, как сказать, их же что... Лимит. Блять, он быстрый такой. Я не вижу ни... Эй, я блок ставлю! Блять, двое, пиздец. Так, один есть, где второй? А куда второй делся-то? Блин, у меня жизньки нету. Сука, 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 сука. Блять, обычный меч, сука. Где второй? Сука, где-то сейчас сзади зайдет, стопудово. Вот это нереально вообще. Хоть бы... Я же говорю. С них хоть бы хилки падали, что-нибудь. Ничего же не падает. Блять, вот мне хочется сюда зайти. Почему-то все время. Оно открывается, мне кажется, оно открывается. Как мне туда забраться наверх? А может просто с разбежки? Типа ты встаешь вот так. Смотри. Ты встаешь типа вот так. Потом встаешь... вот так. И вот так прыгаешь. Ага, отлично. Забрал какую-то херню.
Куда мне идти? Мне надо вот сюда. О, found секретарь. Жизнь, спасибо. Я сохранюсь тут прям. Даже не буду сундуки открывать, сохранюсь сразу же. Давай. Да блин, нахера мне эта штука? Я и не пользуюсь нихера. Ой, еще одна бронька. И зачем-то рычаг тут сделали в секретной зоне. Чё? Чё ты это хочешь? Тут труп лежит. Тут закрыто, то есть не открывается. Так, а как мне сюда забраться? Зачем? Тут нужен золотой ключ. Вообще-то это рычаг, блин. Нахера тебе к рычагу и золотой ключ? Ты вообще неадекватный. Так, а что делать? Где-то еще секретный проход надо искать? Вот тут. Нет. Там я был, тут я был, там я включил, тут я включил. Что тебе надо? Чувак. Открывай. 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 А что ему надо-то? Слышь? Подскажи, чувак. Вот эта дверь. Нет? Ты, блядь, падла. А что тебе надо сделать? Я же все нажал. Это не работает. Хорошо, пойдем еще раз проверим. Смотри, тут у нас была ловушка, я тут рычаг нажимал. Правильно? Правильно. Нажал. И там я нажал с той стороны. Так, и что делать? Куда дальше? Меня же закрыли тут, правильно? Вот тут проход был. Ключа у меня золотого нету. Что мне делать? Что-то я не понял. Может, тут какой-нибудь есть проезд? Нету тут никаких проездов. Опять где-то что-то не видно. Где-то что-то лежит, а я его не вижу. То есть, или дверь какая-нибудь. Чего тебе? Чего тебе игра? Поехали еще раз сюда. Это этот же рычаг, правильно? Ну и что? Не понял. Сейчас не понял, что делать. Я же все нажал. Слышь, игруха. Ты что хочешь от меня? Тут нету проходов больше никаких. Блять, время только терять, на? Сука. Ну ладно. Ай, да-да-да. Короче, ребятки, получается, что у меня что-то глюкануло, я тут не могу пройти. Мне нужен золотой ключ, но его нету. Все, пипец, я застрял. Или если я не сохранялся, то придется перепроходить. Ну-ка, три. Блять, а я хер знаю где, да? А я сюда спустился. Блин, ну капец. Получается, что не пройду, да? А что там еще было? Товардингс, ладно, понятно, окей. Ну-ка, поехали наверх. Блин, а я уже сохранился, где я всех перебил, да? Бляха. Вообще неприятность-то. Получается, что не пройду. Придется... А, как я заново перепройду? Все уже, пиздец. Это мне надо бежать хрен знает откуда. Блин, я ж все нажал. Что тебе не так? Игра, блин. Реально заглючило что-то. Что-то где-то глюкануло, мне не дает, короче, пройти. Просто золотой ключ не дает. Ну и толку, что ты сюда подъезжаешь, и что? Две хпшки только потратил, сука. Блять, я не знаю, короче. Что делать? А заново перепроходить это, конечно, не весело. Но придется, а что делать, блин? Вот это нажал, то нажал, все же нажал. Что тебе еще надо, игра? Да, ну ладненько, давайте тогда на этом закончим. Я, может, к следующему разу пройду сюда. Если опять не заглючит. Сука! Мэф! Ну. Окей.
Ладно, ребятки, давайте тогда всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты в описании. Комментируйте, да. И всем до встречи в следующей, возможно, серии, а возможно и не серии, не знаю, короче, точно, потому что у меня тут заглючило. Все, всем пока.